Футболисты Ротора порадовали многочисленных зрителей, пришедших на первый матч своей команды в сезоне на родном стадионе. Аншлаг на волгоградском 40-тысячнике объясним не только тем, что вход на стадион был бесплатным. Болельщики страстно хотели после долгого перерыва вновь увидеть родной клуб, который многие специалисты относят к главным претендентам на чемпионское звание. В отсутствие дисквалифицированного защитника Лобжанидзе армейская оборона играла не очень уверенно. И одной из позиционных ошибок защитников ЦСКА на 35-й минуте воспользовался форвард Ротора Владимир Нидергаус. Так счет стал 1-0. В дальнейшем игроками обеих команд было упущено несколько хороших возможностей для взятия ворот. Некоторые из них вы видите на своих экранах. Широкий резонанс вызвал эпизод, когда петербургский арбитр Николай Иванов мог назначить пенальти в ворота ЦСКА. Обратите внимание на повторе. Армеец Хамуха сыграл рукой, но свисток арбитра промолчал. Отчаянные попытки футболистов ЦСКА отыграться успеха не принесли. 1-0, победа Ротора.